сейчас мы вас всех попросим поздравить друг друга первым супружеским поцелуем с рождением новой, красивой, молодой семьи. Семья Косолаповых зарегистрирована в Международный день семьи. К этому событию Виктор и Марина шли 3 года. Месяц назад решили, что пора сыграть свадьбу. Пришли подавать заявление. Уже в отделе ЗАГС решили, что дата рождения их семьи будет 15 мая. Случайно совпало. Когда пришли в ЗАГС, сказали, что такой день будет. И мы решили в этот день. Когда пришли, спросили, на какое число ближайшее можно. Нам сказали 15 мая. Мы согласились сразу. Месяц ожидания, признаются молодожены, длился бесконечно. Однако сейчас они уже настоящая зареченская семья. Я очень рад, что у меня есть такая возможность поздравить вас. Потому что семья играет огромное значение не только в жизни каждого человека, она играет там огромное значение в жизни гордой страны. Поэтому я хочу вам пожелать, конечно, главного любви. И еще, с моей точки зрения, чтобы семья была крепкой, нужно уметь искать компромисс, нужно уважать и слышать друг друга. Еще один важный момент для настоящего семейного счастья, уверен Вячеслав Гладков, – дети. И чем их больше, тем крепче и счастливее семья. Сергей и Анастасия Скворцовы эти слова подтверждают полностью. Когда узнали, что в их семье ожидается прибавление, эмоции переполняли. А потом радость увеличилась втрое, когда выяснилось, что у Скворцовых родится тройня. Мы узнали не сразу, сначала было 2, потом подрастающие 3. Ну, вообще были в шоке. То есть никто не думал, что возможно вообще это. Вот. Потом потихонечку осознали, что вот будет 3. Так что... К этой мысли мы только, наверное, привыкли. И то только сейчас. Еще, да. Только сейчас мы начинаем понимать, что это такое. Не могу, как у сетя. Сейчас деда говорит, маму надо сушить. Сейчас Лизе, Даше и Вале, так назвали девочек, 3 года. Самый активный и любознательный возраст. Справляться с 3 девчушками сразу непросто. Правда, когда слышишь их задорный смех, забываешь про все сложности и невзгоды. Секрет семейного счастья, уверены Анастасия и Сергей, прост. Уважение друг к другу. Не знаю. Ну, любить детей, потому что они дают эмоции обратные, которых от них ждал, наверное, ждали. Вот, и это подпитывает, наверное, дальше. Сергей и Анастасия признаются, что уже подумывают еще об одном ребенке. Говорят, если бабушки с дедушками одобрят идею, без их помощи молодым родителям не справиться, то в семье будет еще пополнение. Потому что чем больше детских голосов звучит в доме, тем счастливее в нем живется. Светлана Демина, Денис Дубицкий, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный».